Всем привет, друзья! Это анонс прямого эфира на канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO. Я Евгений Романенко и мой гость Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег, в этом видео мы с вами анонсируем следующий прямой эфир, который проведем 22 сентября 2017 года в пятницу в 19 часов на канале iTuber. Как всегда, мы это любим делать по пятницам, развлекать нашу аудиторию, совмещая это с образованием. И я думаю, что мы поговорим о грядущем крахе фиатной денежной системы. У меня даже родилось сравнение в крипто, с криптомиром ее. Фиатная система как такая дохлая старая кляча, которая вот точно уже никуда не едет, и мы это понимаем. И молодой такой ягненок, только что родившийся, пытающийся встать на ножки криптомир. И вот в этой вот дихотомии мы сейчас существуем. На старом ехать нельзя, на новом ехать еще пока нельзя. Как вам кажется такое сравнение фиатной системы и криптомира, уместно ли? Евгений, ну вы как криптоэнтузиаст, конечно, сгущаете краски. Я абсолютно согласен с маленьким ягненком, который плохо стоит на ногах. И кляча взрослая, старая я бы еще не назвал, вполне себе кляча, на которой еще кое-что мы протянем. Ну вот и посмотрим, что же мы протянем. Есть ощущение, что те дозы допинга, которые ей втыкали за последние 100 лет банкиры со шприцами, я имею в виду, сами понимаете кого, их эти припарки перестали действовать, и кляча вот-вот рухнет. У меня как у экономиста ощущение. Не знаю, какое оно у вас, как у банкира. Будем разбираться, будем диагностировать симптомы, смотреть на факты и ловить вот эти вот осколки страха в глазах представителей старого фиатного мира, который, понятно, еще долго проживет. Кстати, сколько, по-вашему, он еще просуществует? Я думаю, лет 15 максимум. Хотя, опять же, вы сгущаете краски. Какой там блеск страха? Я думаю, пока это еще легкое презрение по отношению к криптовалютам. Ну что же, будем разбираться, сгущают экономисты краски или нет, что говорят банкиры и чего не договаривают, что на самом деле стоит за словами представителей JP Morgan и К в мировом плане. Это будем делать в прямом эфире 22 сентября. В пятницу в 19 часов на канале iTuber. Как всегда, экономист против банкира Евгений Романенко и Олег Брагинский будут образовывать, развлекать и разбираться вместе с вами, уважаемые зрители, что же происходит в столкновении, в схватке, не смертельной, но в схватке старого фиатного уходящего мира и нарождающегося криптомира, и как долго они могут вместе будут сосуществовать. Итак, до встречи в пятницу 22 сентября. 2017 года на канале iTuber в 19 часов. Все верно, Олег? Абсолютно верно. Если хотите адреналина, мы ждем вас в это время. Нет ничего лучше, чем задать этот вопрос в прямом эфире. Смотреть запись, наверное, интересно, но уже не так. Поэтому прямой эфир, пятница, 19:00. Ну что, друзья, вопросы задавайте в описании к этому видео, также сможете задать их в чате во время эфира, и самые главные счастливчики сумеют даже подсоединиться к эфиру и задать вопрос Олегу Брагинскому лично. До встречи в прямом эфире в пятницу 22 сентября в 19 часов на канале iTuber.